Ну а вот правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Кандидатуру нового премьер-министра объявят после голосования в парламенте. Ожидается, что им станет Сигэру Исиба. Состав правительства уже определит новый глава кабинета министров. 4 октября он и его команда должны выступить перед обеими палатами парламента с программной речью. Проведение досрочных парламентских выборов в Японии назначено на 27 октября.